Добрый день, меня зовут Богдан, я являюсь специалистом технической поддержки компании eMarkets. Сегодня мы с вами рассмотрим процесс установки и настройки советника на примере советника и терминала нашей компании. Для начала необходимо скачать файл советника. Для этого мы переходим в раздел «Лаборатория. Торговые советники» на сайте нашей компании. В этом разделе собрано множество различных советников, среди которых вы можете выбрать тот, который подходит именно вам. Чтобы увидеть детальное описание советника, необходимо нажать на кнопку «Подробнее». После этого вы попадаете на персональную страницу советника, где можете увидеть рекомендуемые параметры его работы и настройки, а также скачать результаты его тестирования в нашей компании. Для того, чтобы скачать советник, необходимо нажать на кнопку «Загрузить советника». Советник будет скачан на ваш компьютер в виде архива, содержащего все файлы, необходимые для его корректной работы. Для примера мною были скачаны три советника с разным набором файлов. Нам нужно извлечь эти файлы в любую удобную для нас папку, для дальнейшей установки их в терминал. Как вы видите, первый советник имеет только один файл, которого будет достаточно для его работы. Помещаем этот файл в папку 1. Второй советник имеет два файла, а также папку с файлом настроек. О файле настроек мы поговорим чуть позже. Для начала копируем все эти файлы в папку 2. Третий советник имеет, помимо всего прочего, специальный индикатор и дополнительные файлы для своей работы. Копируем все эти файлы в папку 3. Теперь наши советники готовы к установке. Чтобы добавить их в терминал, необходимо войти в терминал, выбрать вкладку «Файл», открыть каталог данных. В появившемся окне необходимо выбрать папку MQL4 и папку «Эксперт». В этой папке размещены основные файлы советника. Установку первого советника мы произведем именно сюда. Открываем папку 1 и копируем файл советника. Второй советник, как мы уже и говорили, содержит два файла и папку с настройками. Файлы, имеющие расширение X4 и MQ4, мы также, как и в первом случае, копируем в папку «Эксперт». Теперь нам нужно перенести файл из папки Presets. Для этого возвращаемся на один уровень назад в папку MQL4 и перемещаем этот файл в папку Presets. Как использовать эти настройки, я расскажу вам чуть позже. В случае с третьим советником мы имеем целый набор файлов, который уже разбит по папкам. Чтобы установить такой советник, нам необходимо просто копировать эти папки в папку MQL4. Файлы в этих папках сами совместятся с файлами в терминале. После того, как мы копировали наши советники в терминал, перезагружаем его. Нам необходимо открыть панель «Навигатор», чтобы увидеть установленные советники. Для этого мы выбираем вкладку «Вид», «Навигатор». Как вы видите, установленные ранее советники появились в этом окне. Для установки советника на график необходимо зажать на нем левую кнопку мыши и перетащить его таким образом в окно графика. Перед нами появились настройки советника. Для того, чтобы советник прямо сейчас начал свою торговлю, необходимо поставить галочку «Разрешить советнику торговать». Все остальные настройки советника установлены в том виде, в котором они проходили тестирование в нашей компании. Вы можете изменить их во вкладке «Входные параметры». Перед этим ознакомьтесь с инструкцией и описанием советника. После изменения всех параметров нажмите «Ок». Как вы видите, на экране появился индикатор советника, означающий, что советник был установлен. Однако смайлик, который мы видим, имеет грустное выражение лица, что сигнализирует нам о том, что советник не может вести торговлю.
Чтобы разрешить торговлю советнику, необходимо перейти в раздел «Сервис», «Настройки», «Советники» и поставить галочку «Разрешить автоматическую торговлю». Теперь смайлик в верхнем углу улыбается. Это означает, что советник начал свою работу. Обратите внимание, что советник ведет свою работу исключительно на открытом терминале. В случае, если вы закроете терминал или выключите компьютер, советник остановит торговлю. Для того, чтобы советник торговал круглосуточно, можно использовать так называемый VPS-сервер, который присутствует в личном кабинете нашей компании. То, когда советник откроет первую сделку, зависит в первую очередь от его стратегии торговли, а также от таймфрейма, на котором он был установлен. Чем ниже этот таймфрейм, тем большую активность проявляет советник. Стоит отметить, что советник чувствителен к смене таймфрейма. Если вы решите изменить таймфрейм на графике, в котором открыт советник, советник начнет торговлю на новом таймфрейме. Если вам необходимо провести анализ или работу с графиком, на котором открыт советник, рекомендую вам открыть дополнительный график валютной пары и производить работу на нем. Насколько вы помните, при установке второго советника нами были копированы файлы настроек. Эти файлы имеют набор готовых настроек для советника. Чтобы их загрузить, нам необходимо выбрать советник, войти в раздел «Входные параметры» и нажать кнопку «Загрузить». В открывшемся окне мы выбираем нужный нам файл настроек и нажимаем «Открыть», после чего настройки советника устанавливаются из файла. На этом процесс установки советника завершен. Если у вас возникнут вопросы, связанные с сервисами или продуктами нашей компании, вы всегда можете обратиться в департамент технической поддержки и решить их. Желаю вам успешной торговли!